Ну вот, здравствуйте, наши дорогие зрители. Хочу сделать небольшой обзор нашей дачи. Сегодня у нас 23 мая. Даже, да, 23. Вот у нас бассейн. Тут у нас дожди. Всю неделю идут дожди. Вот лилии вылазят. Были маленькие. Воды было мало, сейчас много. Вот они. Вот. У нас сегодня пасмурно. Лилии растут. Лилейник. Туйка открыли. Она что-то зеленая была. Потом раз и стала желтой. Чистила ее. Ну, посмотрю. Подкормила. Хорошая была. Укрывала на зиму. Она у меня что-то пожелтела весной. Вот. Все просыпается. Ну вот примула у меня распускается. Это мускарики. Хотела показать я. Хосту. Я уже, наверное, показывала. Вот такая хосточка. Желтенькая. Которую, помните, я прошлый год показывала. Такая желтенькая. Еще хотела показать. Вот чеснок распускается у меня. Сегодня у нас 27 градусов обещают. Чесночок распускается. Хосточка. Там вот астильба. Гортензии мои просыпаются. Я их подрезала маленько. Примулы вот тут вот тоже. Мускарики вон синенькие. У меня вот такие мускарики. А эти вот уже отцвели. Вот эти вот. Вот такие вот они у меня мелкие. Ну, наверное, тоже мускарики. Я не знаю, кто знает, поправьте. Водосборники. В общем, все просыпается. Вот это вот и устомку мелкую высадила. Она маленькая у меня. Ну, такая, как она. Низкорослая. Вот рододендрончики сейчас покажу. Этот кустик так ничего перезимовал, но что-то он какие-то листочки. Ну, посмотрим. Я не трогаю, подкормила, поливаю. Больше ничего не делаю. Вот там под этим укрывать, под пленкой у меня. Это как ее, хризантема желтая. Вот уже там подросла хорошо. Так, виноград прикрыли, потому что прохладно у нас. Вот, все. Вот лилии высадила, которые у меня были в горшочках. Они прикрывала их, потому что было прохладно, чтобы не замерзли, когда минусовые. Ничего, растут, хорошо растут. Вот. Древовидное. Что-то тоже не пойму, укрытые были. Ну, посмотрим, отходит. Вот это тоже отходит. Так. Так, что еще показать? Семейный лучок вот у меня дружно, как там. Там парнички, огурцы, там сыр у меня. Ну, пройду, покажу капустку. Это у меня вот маленький парничок. Такой. Тут я сажу капустку. Вот тут вот. Тут у меня еще остатки цветной. Сейчас открою. Ой, господи. Вот. И вот тут у меня астрочки самосевом вот я бросала тут. И гацания вот тут вот у меня растет. Сейчас покажу еще я вам. Ой, тучи опять идут. Высадила капустку. У нас прохладно. Вот это тут у меня вот цветная. Ничего, поднялась. Так одна вон что-то загнулась. Надо будет поправить. Ну, сейчас. Тут дожди были у нас. Да и сегодня обещают. Вот это белокочанная тут капуста.
будет. Посадила. Тут под пленку я уже высадила арбузы и дыньки. Сейчас приоткрою, даже показать могу, как они себя тут чувствуют. Вот там, так, это дыньки. Тут у меня Виктория. Тут вот посадила эти, как их, георгины. Так, сейчас покажу арбузики. Это я уже с теплицы пересадила их. Вот сюда под пленку. Вот видите? Вот такие они там. Ой. Грязный целлофан. Ужас. Это вот лилии. Вот так вот наводим порядок. Сейчас буду розами заниматься. Розы вон отходят. Канну посадила тут. Сейчас буду высаживать. Вот канна. Вот рука грязная. Канна, да. А вот это вот в стаканчиках у меня тут. Красивый вихор. Я его посадила. Он у меня в погребе был. Вот, отходит. Сейчас я его посажу и 5-литровкой закрою. Этот тоже отходит. Вот зелененький тут. Отходит. Я его, когда покупала прошлый год, садила рано в горшочек. А он у меня здесь был на даче в погребе. Вот я достала его, посадила. Сейчас буду. Вот это бассейн тоже лилии. Он уже как. Вот. Хотела я вам показать ирисы. Ирисы — это что-то. Вот расцвели фиолетовые такие. Красота. Тень отца Гамлета. Солнышко с утра. Вот наш розарий. Наводим тут порядок. Фиолетовый. Был маленький. А сейчас какой стал большой, подрос. И лилия у меня расцвела, которую мы покупали. Вот такая желтая. У меня желтых много. Это посмотри, какая. Ну, она, я ее брала, она вроде 1,5 метра, говорили. Ну, посмотрим. Пока маленькая. Тюльпанчики у меня тут вот. Тюльпанчики, не знаю, что с тюльпанчиками. Я их вот первые распустились. У людей уже много, а у меня вот что только я с ними не делаю. И так их и эдак, а они никак, прямо никак. Ну ладно, там капустку посадила. Все растет, вот надо пересаживать мне цветочки. Тут астрочки, бархатцы, цинии. Вот, всего много надо. Вот лук семейный на зелень. Мне тоже соседка давала по дому. Хорошо хранится. И вот на зелень прям очень хорошо. Это вот наши лилии желтые, которые я в прошлый год рассадила. Ну а так пока ничего больше. Все распускается. Все растет, благоухает. Весна. Скоро лето уже начнется. Бадан тут у нас отцвел уже. Тут вот этот, как всегда, забыла, что это за цвет. Володь бежал. Он помнит. А я не помню. Надо этикетки написать и воткнуть. Это прям, господи. Пеларгонию сюда вот посадила в горшочке. Вот так вот. Тут уже лилии вылазят.
в маленьком пруду там уже будут цвести скоро, бутоны набирают. А тут вот, ну вот так, ну ладно, потом еще покажу. Вот я это в теплице. Вот, еще много тут чего высаживать. Ну вот, я садила, показывала вам 4 мая помидоры. Вот они такие. Даже еще не привязала, потому что мужу некогда, он баней начал заниматься. Буду привязывать сама, наверное. Вот такие помидорки. Тут вот еще розы не высаживала. Хочу пока прохладно заняться этим делом. Наверное, сегодня маленько тут давление подскочило. Перец. Вот такой перец. Ничего, тут маленький догоняет уже. Этот. Все нормально, все хорошо. Догонит и... Еще вот цветы надо тоже высаживать. Тут вот две помидорки осталось. Я посажу их. Это цветок вот привезла из дома. Тут пеларгония моя. На, хочу в большие горшочки. Побольше высадить в горшочки. Вот. Сейчас буду заниматься посадками. Потому что пока прохладно. Морозов вроде не обещают. Буду. Потом начну помидоры подвязывать. Розы надо высаживать, а то они, бедные, уже скоро зацветут. Так что вот. Вот такие вот поливаю. Вчера не полила, среда была, воду давали. Мы ездили в город, там покупали для бани кое-что. Вот и это. Вот такие помидоры. Вот, пожалуйста. Я говорила уже, навоз и вода. В среду не поливал, ну и нечего. Хватает им, они вон бодренькие стоят. Потом порыхлю, засыплю навозом или чем-нибудь, не знаю. Что-то... У нас погода такая, прям он все в тучах, он все тучи, тучи. Всю неделю дождь, всю неделю. Не выйдешь на огород, все затопило нафиг. Вот. Так по краю вот высаживаю. А тут тоже бархатцы высадила. Вот Викторию надо подкормить чем-то тоже. Замульчировать. Ну вот. Эту. Вот тут вот наши лилии прошлый год рассадила. Сходят уже. У нас Сибирь. У нас прохладно. Пока все нагреется. Там вот муж занимается, баню доделывает. Мы прошлый год не доделали плиткой. Вот так вот у нас весной все вылазит, все пробуждается ото сна. Вот тут у меня пиончик. Мне соседка давала. Он года 3 уже сидит такой. Вот такой. Сегодня, нынче цвести будет. Пасмурно. Ну, красненькие цветочки такие. Тут тоже лилии у меня. Хосточка вот такая. Она плохо растет. Не пойму, что ей надо. Осенью, наверное, разделю ее. Посмотрю, как. Вот такие вот. Туйки надо тоже. Это пообстричь. Высокие, не залезешь. Лестницы нету, так надо как-то, как говорят, фигли думать, прыгать надо, да? Так и тут надо подстригать. Вот, вот, всем большое спасибо, что вы с нами. Мы с вами. Мы благодарны вам за то, что вы нас смотрите. Спасибо. Может, где-то что-то не так, но извините нас, где-то что-то не так, где-то забываем. А как? Куда деваться? Ну вот, большое вам спасибо за просмотр. Всем до свидания.